Видео подготовлено каналом Уроки ТВ. Номер 3. Расстояние между двумя причалами на реке 120 километров. Сколько времени потратит катер на путь от одного причала до другого, если его собственная скорость 27 километров в час, а скорость течения реки 3 километра в час? Рассмотрим два варианта, когда катер движется по течению, и второй вариант, когда катер движется против течения реки. Первое решение. 27 прибавить 3. Получится 30 км в час. Это скорость катера по течению. 120 разделим на 30. Расстояние разделим на скорость. И мы найдем время, которое потратит катер на путь от одного причала до другого. Он будет равен, это время будет равно 4 часам. Второе решение. Когда катер движется против течения реки, значит, мы от собственной скорости катера, которая равна 27 км в час, отнимем скорость реки 3 км в час. И получится, что скорость катера течения равна 24 км в час. 120 разделим на 24, получится 5. 5 часов – это время, которое потратит катер на путь от одного причала до другого против течения реки. 4 часа потребуется катеру по течению, и 5 часов потребуется катеру для движения против течения реки. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.